Клещи атакуют. Не все места в Нижнекамском районе столь безопасны. Как избежать укуса насекомого? Вернулись с раскопок. Вот это вот каска советского бойца, саперная лопата. Что еще нашли поисковики? От мала до велика. Получается. Где появился яблоневый сад? Нужная вещь. Рад, что новый прийти, а? Ветераны принимают подарки. Оригинальное поздравление. Победу уже отмечают. Как пробежали? Когда я встал на старт, я понял, что будет очень тяжело. 49-я легкоатлетическая эстафета завершилась. Это Нижнекамские новости на телеканале НТР, в студии Айгуль Яблонская. Здравствуйте. 60 нижнекамцев пострадали от укусов клещей. 24 из них – это дети. Специалисты говорят, что пострадавших может быть в разы больше. Далеко не все обращаются за помощью к медикам. Сейчас горожанам как никогда нужно быть начеку. Какие места лучше обходить стороной, расскажет Лилия Егорова. Сейчас прогуливаться по лесному массиву около 20-го микрорайона я могу без опасения для здоровья. Эту территорию специалисты уже обработали от клещей. Однако не все места в Нижнекамском районе столь безопасны. Еще много лесных массивов, куда лучше без спецодежды не заходить. В мае-июне кровопийцы особенно опасны. Об этом хорошо знает Макфира Абдуллина. Дорога до ее работы проходит через лес. Женщина тщательно подходит к выбору одежды. Старается надевать плотный костюм, трико, носки. За 30 лет, говорит пенсионерка, ее ни разу не кусали клещи. Внутри трико у меня, вот, она никак не может залезать. Я еще посмотрю. А вот Михаил Демидов неоднократно становился жертвой насекомых. И это неудивительно. Мужчина, выходя на пробежку в лесном массиве, надеется на русскую авось. Кусали? Были случаи? Были случаи, да. А давно это было? Ну, как давно? Ну, несколько лет назад. И вас это никак не останавливает? Нет, не останавливает. Это же природа, чего ее бояться? А если как, воспалит? Ну, а если кирпич на голову упадет, тогда лучше не жить. Специалисты такого жизненного оптимизма не поддерживают. С клещами, считают медики, шутки плохи. Насекомые являются переносчиками смертельных заболеваний, в том числе энцефалита. В Нижнекамском районе с марта месяца от их укусов пострадали 64 нижнекамца. 24 из них – дети. По словам медиков, если бы люди серьезнее относились к этой проблеме, покусанных могло быть в разы меньше. Себя обезопасить – это одеть специальную одежду, которая наглухо все закрывает. Это в основном желательно светлую одежду, чтобы сразу видно было клеща, потому что они черного цвета. Это с длинным рукавом. Рукав обязательно должен быть или на манжете застегнутый, или резинкой перетянутый. Рубаху заправить в брюки, брюки в носочки, носочки, ножки одеть в сапожки. Клещи, добавляют специалисты, насекомые коварные. Заметить на теле их нелегко, да и кусают они безболезненно. Свою жертву выбирают по запаху, подкарауливают людей и животных в траве и кустарниках. Поэтому, собираясь на природу, нужно тщательно подбирать одежду, использовать специальные средства. Но если клещ все-таки укусил, незамедлительно обратиться к медикам. Лилия Егорова, Максим Липин. Новости НТР. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении директора психоневрологического интерната. Напомним, его обвиняют в крупных растратах и хищении бюджетных денег. По версии следствия, 43-летний Тимур Хисматов заключал с предпринимателем, своим родственником, договор поставки товаров для недееспособных больных. При этом сумма контракта была значительно завышена. Также он незаконно сдавал помещения лечебного учреждения в аренду, а за многие товары расплачивался пенсиями пациентов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Сам Хисматов содержится под стражей. За совершение данных преступлений предусмотрено лишение свободы до 10 лет. Также сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Единого расчетного центра Илюзы Султангареевой. Напомним, ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Из материалов дела следует, ущерб составил 1,5 миллиона рублей. В период с 2011 по 2014 год Султангареева незаконно, в нарушение установленных требований, выписывала премии себе и подчиненным сотрудникам,
а также растратила денежные средства учреждения на содержание автомашины, которая не была предусмотрена соответствующими уставными документами. Сотни без вести пропавших солдат подняты и захоронены. Поисковики отряда «Нефтехимик» вернулись с раскопок из Смоленской области. В двухнедельной вахте памяти приняла участие съемочная группа НТР. Встречала своих коллег и поисковиков Аделя Сиразова. Папа ждал? Да. А папе скучал? Ждать папу трехлетнему Руслану пришлось две недели. Отряд поисковиков «Нефтехимик» вел раскопки в Смоленской области, недалеко от границы с Белоруссией. Там, где во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои, помимо нижнекамцев работали еще сотни поисковиков. В акте памяти 2015 принимало участие 882 человека. Из 88 поисковых отрядов 17 регионов Российской Федерации и также Республики Беларусь. Всего же было поднято и захоронено останки 316 погибших воинов. Личности многих поднятых бойцов уже установлены и даже найдены родственники. В раскопках приняли участие 26 нижнекамцев. Им удалось поднять 10 без вести пропавших солдат. Ну, очень мне понравилось. Первый раз сам набил бойца. Это такое чувство. Ну, словами не описать это все равно. Идешь, раз, что-то набил, копаешь, и боец. Это такое ощущение все равно. Вот. Радостные эмоции, хорошие эмоции. Ну, приехали домой, все живы, здоровы. Бойцов подняли, нашли. Все, замечательно все. Есть среди вернувшихся и те, по кому скучала редакция новостей. Две недели не было съемочной группы, в составе которой Александр Комаров и Рафаэль Ракипов. Вот он стоит, наш Саша. Саш, первая поездка, ну как она, расскажи. Взяли очень много трофеев. Вот это вот каска советского бойца. Саперная лопата. Ты сам это нашел? Я помогал искать, да. И есть очень много снарядов, конечно, уже пробитых, которые уже все свое отвоевали. Все это, наверное, передастся в музей. Ну, понравилось тебе, ну вот. А я больше скажу, в августе я поеду туда уже не как журналист, а уже поеду работать. Отдыхать от поездки в Смоленск у Александра Комарова времени нет. Завтра, в преддверии 70-летия Победы, в эфир выйдет специальный репортаж о том, как проходили раскопки и что пришлось пережить нижнекамцам во время этой экспедиции. Аделя Сиразова, Ренат Харасов, новости НТР. На промышленной зоне на территории одного из предприятий высадили Аллею Победы. 70 саженцев декоративной яблони посадили работники Технотранса. Участие в благородном деле принимали целыми семьями. Алсу Юматова расскажет, как это было. Тихо, ну на тебе копать. Я получается? Получается. Сегодня маленький Арсений помогает родителям высаживать яблоневую аллею. Посадить саженцы декоративного дерева решили работники предприятия «Технотранс». Для большинства сотрудников это не просто аллея. Это память о тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной. У каждого своя история. У меня два деда, они оба служили на войне были. Один дед пропал без вести, другой дед вернулся. Это заложено нашими родителями в наших сердцах уже, и мы тоже стараемся и будем прививать нашим детям и нашим последующим поколениям тоже этот праздник. Вообще, сегодняшняя акция по высадке деревьев знаковая для многих работников. Пришли целыми семьями. Ну, для нас это великая победа. Мы гордимся, мы помним. Наш дед воевал, прошел всю войну, вернулся. Создал семью, родил детей, вырастил наших родителей, поэтому для нас это большая честь. Дань ветеранам, дань победе. Ну, я думаю, это очень здорово, то, что мы все так решили, посадить как бы яблони, вырастить их. Я думаю, дай бог увидеть, как они дают плоды. То есть не один год отработать на этом предприятии. Поддержали эту акцию в городском совете ветеранов. Первое. Сейчас по всей стране появляются аллеи победы. Ну и, конечно, 70 яблонь, хоть и не намного, но поспособствует улучшению экологической ситуации на промзоне. Пусть это будет маленькая доля, но то, что она знаковая в память о Великой Победе, очень показательно. Если бы каждая цех, каждый завод вот вышел бы и посадил дерево. Тем более, наше все-таки производство, оно требует того, чтобы
зелень была постоянная. Замечательно. Мы поддерживаем и говорим спасибо этому коллективу. Так держать. Ну и в завершении праздника для работников Технотранса это был действительно праздник. В небо запустили 70 шаров Победы. С Днем Победы! Ура! Асуюматова, Ренат Харасов, новости НТР. В преддверии 70-летия Великой Победы развлекательный комплекс «Лагуна» тоже сделал подарок. Зульфия Галимова расскажет, кому и как помогли. Даймат Исмагилов в годы войны, будучи 12-летним мальчиком, трудился на полях. Тогда каждое зерно было на вес золота, поэтому боролись за урожай. На второй день начала войны нас вывели в поле и наставили в 41-м году. Школьников? Школьников, да. Заставили так полоть пшеницу. Так, каждый день положено было 10 соток. Это была норма. После этого бригадир проверял. И не дай бог найдет сорняк. Попадало. Сейчас пенсионеру 86. Так уж получилось, что на данный момент труженику тыла нужна помощь. Уже 27 лет семья Исмагилова готовит на этой плите. За столько лет она морально устарела и стала неэкономной. Но через некоторое время ее место займет совершенно новая плита. О том, что у труженика тыла старая плита, узнали представители развлекательного комплекса «Лагуна» и решили сделать сюрприз ветерану. В преддверии праздника 70-летия Великой Победы руководством развлекательного комплекса «Лагуна» было принято решение, появилось такое большое желание помочь кому-нибудь из ветеранов, из тружеников тыла. И посоветовались, мы позвонили нашим друзьям, Нижнекамскую телерадиокомпанию, и выяснили, что есть определенные ветераны, труженики тыла в нашем городе, у которых есть небольшие бытовые проблемы, скажем, потребности. И вот машина с подарком уже у подъезда. Представители развлекательного комплекса «Лагуна» лично приехали в гости к пенсионеру и вручили плиту. Желаем вам долгих лет жизни. Ладно. Нет, нет. Поздравляем. Ты что, Рустам? Мне 86. Сколько можно? Ты что? Сам ветеран скромничает, однако признает, плита была нужна. Но самое главное, что в эти дни о них вспомнили и подарили частичку тепла и внимания. Ну, жилье у нас есть, мы пока живы-здоровы. Нормально, все в порядке. Рад, что новая плита. Осталось долго, так только хорошо, дальше жить осталось хорошо. А по-другому и быть не может. Впереди большой праздник, 9 мая. На пироги, испеченные в новой духовке, соберется вся семья. А эта акция от «Лагуны» не последняя. Каждый год нижнекамские ветераны получают от них подарки. Зульфия Галимова, Ренат Харасов, новости НТР. По-своему поздравили ветеранов артисты, художники, медики и пожарные. Специальное видео поздравления с Москвы, песни военных лет, портреты ветеранов и многое другое. Аделия Саттарова подробнее. Если во время войны все делалось для победы, то теперь главная цель – сделать жизнь ветеранов лучше, считают власти города. Уважаемые ветераны, мы гордимся вашим поколением, поколением героев и победителей. И будьте уверены, мы сохраним память о вашем подвиге, продолжим ваши славные дела. Убежден, что наши дети и внуки также будут свято чтить память героев Великой Отечественной войны. Для нижнекамских ветеранов свои видеопоздравления с Днем Победы прислали заслуженный артист России Борис Галкин, генерал-полковник, председатель ДСАФ России Александр Колмаков и председатель Союза десантников России Валерий Востротин. Я знаю, что народ Нижнекамска явил беспримерное мужество и преданность Родине. Великой Отечественной войне. Это достойно самого глубокого уважения. Примите мои самые сердечные поздравления. На сцене лучший творческий коллектив Нижнекамска, а в зале настоящие легенды. Артисты пели песни военных лет, танцевали и показывали сценки. Номера трогают душу. Я ухожу, чтобы возвратиться. Не думали, что война продлится 5 лет. Все шутили, шутили, говорили, вот, мы пока добираемся, война кончится. А не кончилась война, не кончилась. Все ждали конца войны. У юных художников города свое видение войны. На этой картине солдаты на привале. За ужином читают письма из дома. Настоящим сюрпризом для нижнекамских ветеранов стала выставка Леонида Авраменко. На фото они, ветераны, где-то печальные, а где-то счастливые. Это же случайно. Я людей не просил ставить. Как-то остановятся, они идут возлагать цветы, допустим, памятников.
У меня тысячи фотографий, я где-то полгода отбирал те, в которых вот есть настроение, эмоции, какое-то действие, вызывающее чувство. Свеча памяти зажглась и в медицинском колледже. Здесь всю программу врачи Нижнекамска и Камских полян поставили сами, используя самые необычные и современные эффекты. В сфере здравоохранения тоже много своих ветеранов. Мы хотим сказать им слова благодарности, поблагодарить за тот труд, за ту победу, которую они нам принесли для нашего поколения. Трудились наши ветераны во всех структурах города, в том числе и в пожарной службе. В преддверии праздника Знамя Победы побывало в каждой части Нижнекамска. Наша задача показать всем молодым людям о том, что наша страна имеет серьезный щит защиты для всего мира. Главные мероприятия в Нижнекамске пройдут 9 мая на территории Монумента Победы и парка нефтехимиков. Завершится праздник салютом в 22 часа ночное небо Нижнекамска, заряд 1000 торжественных залпов. Аделия Сатарова, Кирилл Давкаев, Евгений Лызаев, Максим Липин. Новости НТР. Сегодня в городском музее открылась выставка, посвященная 70-летию Победы. Там награждали авторов лучших работ. В музее был объявлен конкурс художественного творчества. Участвовали как профессионалы, так и любители. Победители конкурса получили дипломы и подарочные сертификаты. Любой желающий может посетить выставку до конца мая. Энергетики Нижнекамской ТЭЦ в преддверии 9 мая пригласили своих бывших коллег к себе на праздник. Когда началась Великая Отечественная война, многие из них были детьми. Каждому из этих людей вспоминать о войне непросто, но время, опаленное страшной бедой, врезалось в память навечно. Как у всех жизнь была, что голод, холод, ничего такого, кажется, интересно не было, не было даже на ноги что одеть. Леонид Лужецкий родился в 41-м, за неделю до начала войны. Отец сразу ушел на фронт, а мать взяла сына, еще двоих дочерей и убежала в лес прятаться от немцев. Дети войны пережили очень много невзгод, научились честно трудиться, горячо любить свою родину. В семье каждого, кто потерял близкого человека, кто пережил кошмары, блокады и концлагерей или иные муки, 9 мая никогда не станет просто датой в книге по истории. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех с наступающим праздником Великой Победы. В состав ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ входит 356 пенсионеров. Среди них 6 тружеников тыла, около 90 детей войны. К сожалению, с каждым годом всех тех, кто помнит эту страшную войну, становится все меньше и меньше. Так уж устроена наша жизнь, что люди стареют и покидают этот мир. Но память о минувшей войне навсегда останется в наших сердцах. Администрация, профсоюзная организация всегда поддерживали ветеранов. В честь 70-летия Победы была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное войной». Творческие номера не оставили равнодушным ни одного зрителя. После концерта они делились своими впечатлениями. Очень хорошие, молодцы. Эта встреча вообще незабываемая будет, потому что мы уже, нас мало тоже встает. Концерт замечательный. Я люблю, когда поют. Парень выступал, и мужчина очень даже хорошо пели, прям замечательно. Да и вообще хорошо, молодцы даже. А что мы дома сидим? Ну что, телевизор и телевизор, а это живые, настоящие люди. Аделя Сиразова, Ренат Харасов, новости НТР. Ветераны и труженики тыла получили награды из рук Рустама Миниханова. Награждение проходило в Казани. Теперь подробности.
Дети войны, труженики тыла и, конечно, участники Великой Отечественной. Все эти люди заслужили, чтобы им еще раз сказали спасибо. Камиля Мухамедзянова во время войны, будучи ребенком, трудилась вместе со взрослыми на полях Татарстана. После всю свою жизнь посвятила школе и детям. Юрий Величко в 15 лет сбежал из дома, чтобы защищать родину. Попал на Белорусский фронт. После войны возглавлял проектный институт. У каждого свои заслуги перед Отечеством. Вы герои современности, люди, внесшие огромный вклад в развитие нашей республики, нашей страны. Пример чести, доблести, мужества и патриотизма. Жители республики высоко ценят ваш труд и выражают вам огромную благодарность. Уроженцы республики внесли большой вклад в победу не только на фронтах, но и работая в тылу. 186 татарстанцев – герои Советского Союза. Пятеро из них – жители Нижнекамского района. В годы войны наши земляки проявили свои лучшие качества – самоотверженность, любовь к родине и трудолюбие. Участник Великой Отечественной войны Авзал Хайрутдинов поблагодарил Рустама Миниханова от имени всех собравшихся. Приятно от того, что награждение происходит в канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В этот день в Казани из рук лидера республики Рустама Миниханова награды получили 67 человек. 17 из них ветераны войны и труженики тыла. Алсу Юматова, новости НТР. Информация для любителей активных игр. Радиостанция ДФМ и пейнтбольный клуб «Стрелок» проводят сценарную игру «Брестская крепость». Пройдет она 23 мая в лагере «Чайка». Участники поделятся на две армии под предводительством генералов. Сражения будут проходить по сценарию. У каждого участника будет своя роль. Общая продолжительность игры – 6 часов. На месте проведения будет работать полевая кухня. Приглашаем вас принять участие в сценарной игре «Брестская крепость», которая состоится 23 мая в лагере «Чайка». План 300 человек. Регистрация по телефону 48 44 48, либо ВКонтакте «Брестская крепость». Одна из крупнейших аптечных сетей России, представленная в нашем городе, снижает цены на жизненно необходимые и важные лекарства. «Бережная аптека» – место, где можно выгодно приобрести качественный товар. Несмотря на известную ситуацию в экономике страны, сеть бережных аптек снижает цены почти на весь ассортимент. Этот шаг приурочен к приближающемуся празднику 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На решение о снижении цен также повлиял укрепившийся рубль. Ранее из-за скачков курсов валют цены в аптечных сетях по России преимущественно росли, особенно повышение затронуло импортные препараты. Однако сейчас стабилизация и укрепление рубля вселяют новые надежды. Поэтому бережная аптека – одна из первых аптечных сетей, которая взяла курс на снижение цен. Цены тут недорогие, скидки еще делают пенсионерам. И ассортимент, да, хороший, очень мне нравится. Даже жизненно необходимые и важнейшие лекарства в бережной аптеке теперь продаются по цене ниже максимальной, установленной государством. Жизненно важные и необходимые препараты, которые входят в новый действующий с марта 2015 года перечень, не могут стоить дороже цены, установленной государством. Так вот, наша компания снижает даже эти разрешенные государством надбавки. Например, возьмите любой препарат в наших аптеках, его цена обязательно будет ниже, хоть на рубль, но будет. Разница может быть ощутимой, например, до 100 рублей, при стоимости товара 300-350 рублей. Несмотря на снижение цен, компания не отменяет действия скидок, которые ранее предоставлялись покупателям в аптеках. А специально к празднику Победы в бережных аптеках вводят новую праздничную скидку. 9 мая у нас будет действовать специальная скидка почти на все товары в честь Дня Победы – 9%. Она полагается пенсионерам и ветеранам войны. Достаточно предъявить ваше пенсионное или ветеранское удостоверение. Мы хотим таким образом поблагодарить ветеранов за победу и поздравить их с этим великим праздником. Призываем все аптечные сети присоединиться к нам и поддержать людей снижением цен на свой ассортимент. Новые сниженные цены будут действовать в бережных аптеках и после майских праздников. Глобальное снижение цены растянется на весну и лето. Екатерина Разина, Максим Липин, новости НТР. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Далее новости спорта, прогноз погоды и программа Young Alclair. Напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 077. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Контрольная закупка. Хоккейный «Нефтехимик» приобрел 5 новых игроков. Участников много, а конкурентов мало. А у футболистов нет, не считая фаворитов. Кто оказался быстрее?
У меня получилось, я пробежал третьим. В городе состоялся массовый легкоатлетический забег. Об этом и не только, сразу после рекламы. Фирма «Омис» производит чистку и стирку ковров на современном оборудовании. Увезем и привезем ваши ковры бесплатно. Телефон в Нижнекамске 48 90 30. Бензин на 5% дешевле. На АЗС «Татнефтепродукт». Совершайте покупки от 1000 рублей в гипермаркетах «Эссен» и получите купон на скидку 5% на АЗС «Татнефтепродукт». В «Металлоторге» акция. Купи теплицу сейчас, забери весной. Подробности по телефону 43 01 10. База строительных материалов: вист, кирпич, цемент, блоки, доска, брус и многое другое. Первопроходцев 14В 8-987-219-15-56. Вот наконец настал тот час, и весь комплект летает для вас. ТВ и нет-телефония. Спеши мобильный подключить, свои расходы сократить. Летай возвращает до 50% от расходов на мобильную связь. Летай, сплошные плюсы. Дорогие ветераны, наши любимые дедушки и бабушки, от всей души поздравляем вас с Днем Победы. Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. С уважением, вода Менделинка. Внимание! Более 3000 свежих объявлений о недвижимости в газете «Нижнекамское время». Поможем вам выгодно сдать, снять, купить или продать квартиры, комнаты, земельные участки. Каждую среду ищи «Нижнекамское время» в магазинах города или читай на сайте nv.ntrtv.ru. Седьмое мая 1945 года. В 2 часа 41 минуту в Реймсе в ставке Верховного Главнокомандующего союзными войсками генерала Эйзенхауэра состоялось подписание протокола о капитуляции Германии. Немецкое Верховное Командование обязалось прекратить активные боевые действия в полночь 8 мая. До Дня Победы осталось 2 дня. По утрам в семье овсянку, жду гостей, варю солянку. Летом я солю грибочки и варю компот для дочки. Ты хозяйка, всем в пример, приходи на НТР. Поделись своим рецептом, получи возможность выиграть приз. Оставляй заявку на сайте ntrtv.ru или по телефону 420862. На телеканале НТР новости спорта, в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Уже на протяжении нескольких недель в Нижнекамске активно проводятся спортивные соревнования, посвященные 70-летию со дня Великой Победы. Сегодня завершились самые массовые из них. В городе состоялся легкоатлетический пробег, посвященный этой знаменательной дате. Свой старт взяли школьники, студенты СУЗов и ВУЗов, а также работники градообразующих предприятий. Стоит отметить, что многие из них занимаются беговыми видами спорта, к примеру, футболом, лыжами или легкой атлетикой. Кто пересек финишную черту первым, узнаете прямо сейчас. Буквально через 2 дня возле этого монумента будут праздновать знаменательную дату – 70 лет со дня Великой Победы. Пока же дань уважения отдают участники легкоатлетического забега. История состязаний богатая. Данный старт стал уже 49-м по счету. В нынешнем году было решено поменять формат мероприятия. С организаторами при подготовке мы говорили о том, как бы поменять, как бы придать больше значимости. И вот один из элементов – это увеличение количества участников. И сегодня, насколько мне известно, но как минимум в 2 раза больше, чем обычно, участников принимает эстафету. И действительно, свой старт в этот день взяли порядка 400 участников. Интересно было наблюдать за теми, кто именно бежит за свое учебное заведение. На стартовой линии удалось отыскать представителей различных видов спорта. А вообще я занимаюсь плаванием. Ну вот сегодня на дистанции в других школах очень много футболистов. Вот как думаешь, кто быстрее, все-таки пловец или футболист? Точно сказать не могу, если честно. Ну, 10 мальчиков, 10 девочек, и в основном это, ну, все спортсмены, лыжники, футболисты, баскетболисты. А ты вот сам каким видом спорта занимаешься? Футболом. Бежали легкоатлеты от улицы 50 лет Октября по проспекту Химиков до улицы Лесная и обратно. Вся дистанция была поделена на 20 этапов. Самым сложным стал первый – 900 метров в гору. Иван занимается легкой атлетикой профессионально. Считает, что конкурентов на дистанции у него немного. Лыжники, легкоатлеты, лыжники выносливые очень сильно. Они там по 5, по 10 километров на лыжах за минут 20. Ну, легкоатлеты тоже. А футболистов нет, не считай фаворитами. Они, может быть, на спринте хорошо, но на этой дистанции нет.
Однако сразу после финиша один из футболистов, который справился с задачей, доказал, что выносливости у любителей погонять мяч достаточно. Когда я встал на старт, я понял, что будет очень тяжело. Ну, у меня получилось, я пробежал третьим. Я бы не сказал, я даже бы поспорил, почему он так сказал. Футболисты все время в движении, и поэтому я считаю, что у них выносливость очень хорошая. Команды, занявшие первые места в своих группах, были награждены переходящим кубком и призами. Также организаторы отметили участников, бежавших наиболее протяженные этапы. В продолжение выпуска о хоккее. Нападающий сборной Белоруссии Андрей Стась перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне 26-летний форвард провел 56 игр за ЦСКА и набрал 11 очков при показателе полезности плюс 6. Белорусский хоккеист стал частью сделки по переходу прав на форварда Эдмонтона Наиля Якупова в ЦСКА. Напомню, что помимо белорусов в наш клуб в рамках этого обмена отправился 20-летний защитник тольяттинской «Лады» Дмитрий Огурцов. В связи с изменением регламента молодежной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» усиливается рядом молодых игроков. В наш город отправляются два защитника хоккейного клуба «Капитан» из города Ступино. Это Вячеслав Ананьев и Дмитрий Корчемкин. Также новым приобретением «Нефтехимика» стал 18-летний игрок нападения Павел Порядин. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Капитан» 49 игр, в которых набрал 31 очко. Помимо ступинского капитана, своих игроков в наш город делегировала и Кирово-Чепецкая «Олимпия». «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Егором Аташковым. Также ряды нашего клуба пополнит форвард молодежной сборной России и «Олимпии» Марат Хайрулин. В 54 играх прошлого сезона нападающий набрал 45 очков по системе «Гол плюс пас». И на этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды, а затем смотрите новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Еще увидимся. Королевская роскошь и благородство интерьера. Утонченность и комфорт, которые заслуживают внимания. Мы воплощаем ваши мечты об идеальном доме. Пинскдрев. Искусство создавать уют. Мебельный центр «Мебельград». Вокзальная 13А. Погода в Нижнекамске на 8 мая. Ночью плюс 4 градуса. Плюс 10 градусов. Днем ясно, плюс 12 градусов. Вечером облачно, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Влажность воздуха 55%. На 5% дешевле на АЗС «Татнефтепродукт». Совершайте покупки от 1000 рублей в гипермаркетах «Эссен» и получите купон на скидку 5% на АЗС «Татнефтепродукт».